Всем привет, добро пожаловать на канал. Я сегодня проснулась очень рано, отекшая, опухшая. И мне нужно сейчас срочно привести лицо в порядок, потому что меня ожидают съемки в магазине. Не могу упасть лицом в грязь. И наводить красоту я буду с помощью вот такого прибора для ухода за кожей лица Redyskin Octa. Пока я сейчас буду очищать лицо, начну рассказ о том, какие функции есть у данного прибора, какие у него есть достоинства. Поэтому оставайтесь со мной. Redyskin Octa – это новинка 2023 года, современный революционный прибор для комплексного ухода за кожей, который содержит в себе 8 функций. Очищение, которое можно проводить в трех режимах работы – ЕМС-микротоки, холодный компресс, красный, синий и зеленый свет. Такой комплексный подход повысит качество домашнего ухода, обеспечит омолаживающий эффект, замедлит возрастные процессы, улучшит цвет, тонус и общее состояние кожи. С помощью данного гаджета я сейчас самостоятельно провожу аппаратные процедуры качественно и безопасно. В комплекте с аппаратом Octa идет зарядное устройство, адаптер питания для зарядного устройства, салфетка для ухода за прибором, тканевый красивый мешочек для хранения и транспортировки, руководство по быстрому старту и подробная инструкция. Сейчас перед глазами краткое руководство, даже глядя на него, можно понять уже, по каким массажным линиям и какой режим нужно включать для достижения результата, которого вы хотите. С этим устройством можно сэкономить средства и время, которое мы бы тратили на посещение салонов красоты, получая при этом не менее эффективный уход. Аппарат Octa очень мобилен, его можно легко брать с собой в путешествие, в поезд, не прерывая уход за собой любимой, так как 8-часовой полной зарядки хватает на 240 минут работы. На данный момент я уже неделю ежедневно пользуюсь этим прибором и до сих пор не заряжала повторно. Сам аппарат выполнен в стильном минималистичном дизайне, очень приятный, такой немножко бархатистый на ощупь. Упакован в не менее стильную, красивую коробку. Такой подарок будет не стыдно подарить даже высокому начальнику, если у вас начальник женщина. Ну и, конечно же, себе любимой, либо своим близким. Проводить процедуры я буду с гелем Redyskin Care Lifting Gel. Это средство, которое создает электропроводящую среду для микротоков. Его используют как для профессиональной работы в клиниках и салонах красоты, так же, конечно, и в домашних условиях, как я. Помимо микротоков, этот гель на водной основе способствует лучшему проникновению уходовой косметики в кожу. Содержит в себе гиалуроновую кислоту, экстракт ламинарий и пузырчатого фукуса, которые также разглаживают морщины, восстанавливают эластичность и тонус кожи, борются с признаками старения, отечностью и даже жировыми отложениями. Гель улучшает скольжение аппарата по коже, обеспечивает комфорт при выполнении процедуры. Кожа не растягивается, не натирается и не повреждается. И давайте от теории перейдем к практике и покажу, как же происходит уход. Redyskin Octa – это микротоковый аппарат с лифтинг-эффектом. И благодаря ему я могу не ходить в косметические салоны, потому что большинство процедур я могу делать дома. Сейчас я начну самый первый – это мягкое очищение. Вообще в этом аппарате заложено 8 разных функций косметологических процедур, и я покажу каждую из них на себе. Перед тем, как очищать кожу с помощью прибора, я умылась и нанесла на лицо свое средство для умывания. Аппарат мягко вибрирует, и вообще нежный режим подходит для тех, кто особым вниманием заботится о своей коже. Мягкое очищение аккуратно удаляет загрязнения и омертвевшие клетки, не вызывает раздражения. Далее я включаю уже более мощный режим. Второй раз нажала на кнопку. Аппарат усиливает вибрацию, таким образом я получаю не просто более глубокое очищение, но и хорошее массаж. С этим режимом происходит глубокое очищение пор. Этот режим подходит для регулярного использования и делает кожу чистой каждый день. Третья ступень – уже глубокое очищение для максимального эффекта. Кожа и поры максимально очищены и достигается ощущение невероятной легкости и свежести. Далее перехожу уже к микротоковым процедурам. Лицо у меня хорошо очищено, специально купила повязку для того, чтобы не мешались волосы. И я наношу на лицо вот такой контактный гель для микротоков, тоже от Redyskin с гиалуроновой кислотой. Когда я совершаю массаж с помощью этого аппарата, то пользуюсь либо данным гелем, либо маслом для массажа. Переворачиваю теперь аппарат другой гладкой стороной и включаю первый режим. Только в компании токопроводящего геля я чувствую этот самый ЕМС эффект. Лицо получает такие легкие импульсы тока, с тем самым я совершаю лифтинг-массаж с ЕМС микротоками. И он подходит для всех типов кожи, деликатно стимулирует кожу и мышцы лица,
улучшает кровообращение и способствует выработке коллагена. Провожу аппаратом по массажным линиям, тем самым еще разгоняю лимфу и снимаю свои утренние отеки. Уже сейчас становится видно, что взгляд распахнутый, лицо посвежело, но я перехожу ко второму режиму. Это интенсивный лифтинг-массаж с EMS-микротоками для глубокой проработки и омоложения. Скажу так, нужно к этому привыкать. Когда наносите специальный гель, то прям так хорошенько лицо пробивает. Зато EMS-микротоки активно стимулируют мышцы, придают лицу более молодой и подтянутый вид. Кстати, в конце я сделаю скрин своего лица до, то, что я снимала с утра, и что у меня получилось. И на этом режиме еще подключается вибромассаж, поэтому эффект усиливается. С таким аппаратом я получаю не просто косметический уход, а настоящую антивозрастную терапию, которая воздействует на кожу на клеточном уровне. А красный LED-свет проникает глубоко в кожу, стимулирует коллаген и улучшает циркуляцию крови. И перехожу к следующей функции аппарата. Нажимаю третий раз на кнопку, и у меня загорается поочередно синий и зеленый свет, каждый из которых обладает своим эффектом. Сейчас расскажу, а сама вот эта пластинка становится холодной. К моему удивлению, я не ожидала какого-то, первый раз скажу, вау-эффекта на прыщах, высыпаниях, но после одного применения, на следующий день я проснулась, а эти высыпания подсохли, хотя им требуется гораздо больше времени. Все оказалось, что синий LED-свет, он как раз нацелен на уничтожение бактерий, вызывающих акне. Этот режим помогает уменьшить воспаление и предотвращает новые высыпания. Конечно, гормоны и периодические изменения никто не отменяет, но благодаря приборчику теперь удается поддерживать кожу в гораздо более чистом состоянии. Зеленый LED-свет, он работает на уровне пигментации, помогает уменьшить покраснение и выравнивает тон кожи. Этот режим еще способствует расслаблению, уменьшает стресс для кожи, оставляет ее свежей и сияющей. И как я уже сказала, есть еще функция охлаждения, которая снимает раздражение и покраснение. После всех косметических процедур эта функция помогает коже быстрее восстановиться и возвратиться к нормальному состоянию. Ну и конечно, охлаждение помогает уменьшить отеки и усталость. После завершения всех процедур я смело мою прибор теплой водой с мылом, он не боится воды. Вообще, вот эти охлаждающие, завершающие процедуры с LED-эффектом мои любимые. После того, как я проделала массаж с микротоками, конечно, хочется снять вот это вот напряжение, покраснение, и тогда приходит на помощь контактное охлаждение. Кожа быстро восстанавливается, возвращается к нормальному состоянию. Как уже сказала, аппарат водонепроницаемый, очень легко моется, очищается, обеспечивая тем самым уровень гигиеничности и безопасности использования. Если вы любите полежать в ванне с пеной, то можете совместить приятное с полезным и поделать массаж лица. Ну что, вот такой у меня результат получился, мне кажется, он налицо. Я взбодрилась, свежа теперь, весела, готова покорять этот мир своей красотой. Конечно же, я дальше буду рассказывать вам в своем блоге о том, как мне помогает данный прибор поддерживать молодость своего лица, своей кожи. Спасибо большое вам за просмотр, за внимание. Ссылка на Ridiskin Octa оставлю в описании к этому видео. И хочу в завершении сказать, что пользуюсь примерно 2 недели данным аппаратом. У меня подтянулся овал лица, уменьшились носогубные складки, уменьшилась межбровная складка. Я прочитала, что данный прибор заменяет Face Fitness, потому что воздействие микротоков действует на мышцы так же, как если бы вы самостоятельно делали упражнения. Значительно уменьшились прыщи, и самое главное, они быстрее проходят. Не остаются вот эти постакне пятна. Пользуюсь практически каждый день. На массаж у меня уходит минут 5 от силы, зато потом и самочувствие классное, и ощущаю я себя достойно. Я знаю, что я вношу вклад в свою молодость и красоту, при этом не применяя каких-то сверхусилий и не тратя огромные деньги. Ссылка на аппарат и гель в описании.